Ульяновской области полностью запретили продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Но бизнесмены все еще пытаются поскорее сбыть опасную продукцию. На заседании оперативного штаба губернатор Сергей Морозов подверг жесткой критике работу руководителей всех ведомств и поставил задачу выявить каждое место продажи и обеспечить тотальный контроль за оборотом этого вещества. Проявите гражданскую ответственность. Прежде всего, гражданскую ответственность проявите и все. Не торгуйте фанфуриками, не делайте эти рюмочные, которые теперь переформатируете в так называемые буфеты, которые начинают, так сказать, с новыми вывесками в этих же, так сказать, злачных местах, где спаиваете мужиков, где уничтожаете семьи. Не торгуйте этим снюсом. Можете, что ли, или не можете вы, так сказать, там между собой-то договориться, чтобы какой-то этический кодекс соблюдался? Или уж настолько стыд потерян, что уже больше это не лечится. Отчеты, которые предоставили различные ведомства, не удовлетворили губернатора. А власти районов и министерства вообще отчитались, что рейды проведены, снюс не найден. Губернатор не обошел вниманием и эти результаты. Ни Семенкин со своим огромным министерством не выполнил до конца, ни Гайнединов со своим огромным, так сказать, там... войском не выполнил эту работу до конца, немногие другие, вот находящиеся вот на экранах, вон, вот они, за моей спиной все находятся. Я еще раз говорю, вон, видите, какие все справные. Но у каждого нулевые показатели. А это неправда, правда ведь? То, что это неправда, подтвердил и наш материал о продаже снюса, который как раз показали на совещании. Молодые активисты организовали соответствующую группу. На одном из мероприятий побывали журналисты «Улправда ТВ». Наш сюжет губернатор показал членам оперативного штаба. Вот ему все продал. Я раз. А у нас съемка была. Факт там вообще. Никотин содержащий изделия. Два парня прошли. Некоторые министры попытались сказать, что ролик старый, годичной давности, но это заявление не выдержало никакой критики, ведь рейд проходил в понедельник 20 января. Распространяли его по соцсетям и более 50 комментариев за 2 часа. И люди очень активно поддерживают эту борьбу и очень просят ее продолжать. Поэтому, когда мы говорим, что не поступает звонков на телефон и горячей линии, ну, значит, мы ее плохо рекламируем. Заместитель губернатора предложила вместо огромного количества горячих линий ведомств, работающих только с 9 до 17.00, ввести единый, известный всем и круглосуточный телефон. Предложение поддержал губернатор. Работы по организации новой горячей линии должен возглавить руководитель оперативного штаба по борьбе со снюсами Сергей Люльков. Сергей Морозов дал поручение подготовить и провести комплекс жестких мероприятий для устранения снюса из торгового оборота. На разработку и исполнение губернатор дал месяц. Отписаться и отмолчаться на этот раз не получится ни у кого. Павел Половов, Юрий Конихин, новости «Улправды ТВ».